Женщина с ребенком оставили прощальное видео. В редакцию 31-го телеканала попала предсмертная видеозапись родительницы. На этих кадрах женщина прощается с мужем, высказывает ему все претензии, затем включает газ и закрывает форточки, после чего еще раз говорит «до свидания». Ну, помаши папе. Помаши папе. Пока-пока-пока-пока-пока, папа. Сейчас правоохранительные органы выясняют личность героини ролика, а также местонахождение. По неофициальным данным, запись сделана в Челябинске. На это указывают некоторые фрагменты на видео.